Новые тенденции в международной судебной практике. Именно так звучит тема мастер-класса, который провел 11 сентября в РАУ заведующий кафедрой международного права Института философии и права Новосибирского государственного университета Владислав Леонидович Толстых. Спикер в первый раз в Армении и отметил, что для него некая традиция читать лекции в городах, странах, где он находится впервые. Владислав Леонидович, отмечая актуальность встречи, подчеркнул, что международные суды – это краеугольный камень для основы современного международного права, и Армения с недавнего времени начала участвовать в данной системе. Лектор провел исторический экскурс возникновения Института международного правосудия, остановился подробно на вопросах причины появления международного суда, о конвенции по морскому праву, а также акцентировал внимание студентов на практике международного суда, вовлекая присутствующих в дискуссию. Отметим, что мероприятие организовано кафедрой международного и европейского права Института права и политики РАУ.